приветствую вас! Сегодня традиционный обзор зимнего каталога. Вы очень его ждали, писали много комментариев, где обзор, потому что я сразу в первую минуту каталога, как только он открывается, сразу делаю заказ. А в этот раз мы были на конференции в Анталии, в Турции. У нас были потрясающие дни, и я только сейчас получила заказ. И давайте вместе его с вами разберем, посмотрим. Если вам нравится мой макияж, и вы в прошлом каталоге спрашивали, как я его делала, я его повторила, потому что сегодня в этом каталоге есть как раз те продукты, с которыми я делала мейк. Итак, запуск новой туалетной воды. So Feather Together. Будет жарко. Почему жарко? Потому что это два страстных аромата, объединены одной ноткой, острым перчиком пимента. Я уже рассказывала в прошлом каталоге, и этот аромат очень интересный, яркий, действительно страстный, такой вот с перчинкой. И я заказала его супругу, чтобы дополнять парные ароматы. Это ароматы, которые рождают третий аромат. Основа двух ароматов – это перчик пимента. Это афродизиак, невероятно сексуальный, чувственный. Автор ароматов – Натали Лорсон. Это всемирно известный парфюмер, создатель более 200 люксовых брендов. То есть Натали Лорсон знают во всем мире. И она действительно создает такие хитовые, крутые ароматы, которые запоминаются на многие-многие годы. Тип аромата восточно-древесный. Основные ноты красно-смородиновый сорбент, острый перчик пимента и драгоценный сандал. Невероятно сексуальный. Острый перчик пимента издревле пользовался как мощнейший афродизиак. Ну а сандал используется для придания аромату древесных нот и как фиксатор. Вот такая взрывная, страстная композиция для него и для нее, которая, сами понимаете, на что настраивает. Смотреть первое впечатление об аромате. Я посмотрела страничку, иногда бывает так, что мне даже мужские ароматы нравятся гораздо больше, чем женские. И мне, честно сказать, не знаю, как вы, но иногда я даже пользуюсь мужским ароматом, потому что вот если мне хочется какой-то свежести, если хочется какой-то искринки, ой, как иногда мне хочется какой-нибудь искринки, тогда я могу немножко капнуть. Давайте посмотрю. Ну, такой секси мужчина. Мне очень-очень нравится. Теперь у меня два аромата, как будто я обняла мужчину. И мы провели какое-то время с ним вместе, наедине. Такой перчинка. Тщательное дополнение друг друга. Витают страсти. А чтобы подготовиться к страстной вечеринке, к страстному вечеру и пойти куда-нибудь красиво отдохнуть летом, нам нужен красивый макияж, нам нужно какое-то красивое вечернее платье. Я вам рекомендую всегда иметь в запасе черное платье-футляр, которое будет сочетаться с любыми аксессуарами. И если будете сомневаться, ну в чем же вам пойти, всегда черное платье. Оно может быть коротенькое, длинное. И сейчас мы начнем вместе делать вот этот вот макияж, который подойдет вам к любому наряду. Макияж я начинаю с тональной основы, и это многофункциональный крем AZ. И я думаю, что ж в последнее время, что ж не так? Я перепутала, у меня есть три оттенка, и думаю, что-то не так. И в последнее время я красила светлым оттенком, сейчас взяла вот этот вот. Давайте я вам вот эти два оттенка сравню. Это светлый и естественный. Вот видите, это светлый оттенок, это естественный. Сейчас нанесу естественный, так как у меня уже лицо загорело. А да, еще я нашла один крем, мне как официальному обозревателю в Москве, когда я делала видео, прислали. Этот оттенок называется бежевый, настолько он темный. И вы не переживайте, если вдруг купили какой-то темный оттенок, его всегда можно миксовать со светлым. Хуже будет, когда у вас нет темного оттенка. Когда он у вас есть, вы можете всегда делать микс. Например, даже сейчас я нанесла три оттенка. Я могу смело взять спонжик и просто их растушевать, перемешать, и у меня будет какой-то свой оттенок. Перед тем, как носить тональный крем, естественно, всегда должна быть база, какой-то дневной крем, либо вот коллаген, он у меня в ванной комнате стоит. И у нас была в Турции вечеринка, точнее, не вечеринка, а с утра у нас было что-то как бы зарядка, wellness, зумба. И потом в конце краски холи мы все это рассыпали, и времени реально
не было на то, чтобы потом все смыть, переодеться, убраться. Я вот так вот ходила, и нельзя было доносить крем дневной, то есть, потому что все бы размазалось по лицу, я прям так гуляла. И я поняла, что когда потом днем смыла, и потом быстро надо было купаться, была минимальная защита крема, и у меня начала опять проявляться пигментация. Ребята, летом очень быстро можно заработать пигментацию, и поэтому рекомендую вам как можно тщательнее думать, чтобы обязательно была защита у вас минимум SPF 30, смотрите ваши крема. Вот, если это дневной, вы не собираетесь какой-то на солнце сильно много времени провести, то это и у вас жирно-комбинированная кожа. Вот для меня на летом идет вот именно этот крем. Но защита нужна, потому что потом с пигментацией вы будете работать 3-4 месяца, чтобы ее минимизировать. Поэтому лучше каждый день думать о защите, особенно когда вы выходите на яркое солнце. Микс нескольких кремов, и у меня подстраивается оттенок. Продукт, который я рекомендую иметь каждой, абсолютно каждой девушке, это вот такой каял. Именно в коричневом оттенке. Это такая бомба. У нас выступала Ирина Митрошкина, звезда-визажист, и она рассказывала про этот каял, показывала, делала мастер-класс. И, о боже, как я без него жила. Потому что это настолько вообще просто потрясающе. Любые тени, какие вы дальше будете наносить, коричневые, зеленые. То есть, если не дневной макияж, будет совершенно по-другому играть. И я вспоминаю, даже делала макияж Катюшки Ганюк в Турции на вечеринке. Все потом: вау, Катя, какие у тебя классные глаза, какой красивый макияж. Этот каял идет основа как база. То есть если у нас есть база под макияж, праймер, то вот это тоже тот же самый, можно сказать, праймер, когда у вас любые тени потом играть будут просто потрясающе. И макияж, он будет настолько легко смотреться, настолько быстро вы его будете делать. Я вам покажу, как с ним работать. Заполняем все пространство коричневым оттенком. Очень просто, не думайте, как вы нанесли, ровно вы нанесли, неровно. Желательно потом еще прорисовать межресничку вот сюда. Далее берем кисточку для растушевки и его хорошо тушуем. Долго, хорошо припечатывая. Вам нужно создать базу. Очень-очень легко. Все. Прорисовываем нижнюю линию. Еще один слой нанести в уголочках. В уголочках прям хорошо. Ресничку. Это у нас база, фундамент. Мы просто нанесли базу, на которую будем уже наносить тени. Далее я беру вот этот рыжий оттенок. И посмотрите, как он великолепно сейчас заиграет. Причем устойчивость будет колоссальная. Никуда, ничего не поедет. Очень-очень просто. Называется макияж для начинающих. Такую кисточку. И проработаем, тем же оттенком проработаем внизу. Теперь берем капельку золотистого оттенка. Золотистый оттенок. И наносим его в уголочек глаза. Теперь я возьму вот такой светлый оттеночек. И макияж будет более качественным, если вы возьмете тот же самый оттеночек, вот такой, и еще раз продублируете и запечатаете основной слой. То есть я беру и вот так запечатываю. Если я хочу больше углубить взгляд, то я еще внутри прокрашу черным оттенком.
Даже если у меня нарощенные ресницы, на вечер я всегда прокрашиваю тушь. Вот сейчас вам я покажу, как смотреться будет по-другому. И то, что сейчас лето, у нас великолепно пойдет вот такая термосмываемая тушь. Это означает, что даже если вы прыгаете, ныряете, плаваете, с тушью это ничего не произойдет. Как только вы намочите теплой водой, соответственно, тушь сразу уйдет. Кисточка есть вот такая термосмываемая тушь. То есть в зависимости от того, пушистая вам нужна кисточка, либо такая прокрасить. Ей хорошо приподнимать реснички, а это означает, что они будут хорошо прокрашиваться. Нижние реснички, они прокрашиваются одна к одной. Мне кажется, разница заметна, правда же? Вы, например, только нанесли тушь и сразу продублировали, сделали второе, чтобы она не высохла. Сделать максимальную влагостойкость туши, то есть вот эта капсула, она у вас высыхает и делает вашу ресничку защищенной и влагостойкой. Главное преимущество – это то, что я могу с этой тушью плавать, купаться в бассейне, на море, даже можно нырять. Эта тушь у вас не растечется. Брызгалась, капли попадали, она не потекла. Вы сейчас запоминаете мои реснички. Одну сторону я накрашу пушистой кисточкой, другую вот такой. И, конечно же, обязательно нижние ресницы проработать. Я думаю, уже взгляд заметен, да? На второй, на третьей неделе нарощенные реснички, если вы делаете яркий макияж, обязательно нужно прокрашивать. А после этого мы обязательно оформляем зону под глазами, потому что когда мы красим глаза, у нас тени могут посыпаться. Эта тушь сейчас идет со скидкой 249 рублей 50%. Я думаю, что если вы хотите объем, конечно же, удобнее вот эта вот тушь. Если вы хотите, у вас маленькие коротенькие реснички, прокрасить их, то вот эта тушь. Она прям маленькая-маленькая щеточка. Основные тени, которые я использовала на Каял, это насыщенный медный. Ой, как увидела вот эти оттенки, мне уже сразу хотелось сделать новый макияж. Возьму зеленый оттенок. Ну, не могу, я не могу. Мне скучно, когда у меня только там два оттенка. То есть, как правило, это там 6-8 оттенков. Так взгляд совсем по-другому играет. Вот эта зона у нас самая темная, поэтому я беру плотный консилер либо из палетки, либо в стике Giordani. Его растушевываю. Ну и, конечно же, мой самый-самый любимый консилер The One, это жидкий консилер. Если нет времени, вы можете вместо тонального крема просто нанести жидкий консилер под глаза. Это сразу минус 3-5 лет вашему возрасту. Кроме того, вот основная пигментация, которая у вас идет, он защищает и осветляет. То есть очень важен. То есть это один из самых главных тонирующих продуктов. Можете пальчиками, можете спонжем. Как вам удобнее. Закрепляя макияж матирующей пудрой, так потом тушевка, румяна будет легче ложиться. Хорошо прорабатываем зону под глазами. Делаем бейкинг. Потом можно стрясти. Компактная пудра для лета жизненно необходима, и она сейчас идет со скидкой 45%. Ну, а это Hit Quartal, это просто сумасшедшая палетка для корректоров. Оттенки настолько универсальны, настолько крутые. Хайлайтер, розовенький оттенок, я просто-просто балдею. Будет она со скидкой в следующем каталоге. Очень хорошо мешать вот так два оттенка. Это нам показала Ирина Митрошкина. Очень круто с хайлайтером. Так легко, такой легкий-легкий идет румянец. Подсветка космическая, кожа осветляется. Представьте, вот здесь монетку 10 рублей. Мы наносим розовый оттеночек, берем, и вот это вот 10 рублей мы делаем вот эту вот маленькую розовенькую зону. И пробуем там, где 10 рублей, вот чуть-чуть вот так вот подтушевать вот эту зону. Именно розовым оттеночком. Все, кожа заиграла, кожа засияла. Хайлайтер мне нравится носить именно вот такой кисточкой. Он круче наносится.
Еще когда у нас были вечеринки, то этот хайлайтер я наносила на ноги. Ноги еще у меня не совсем загорели, и круто-круто смотрелась. Так, такая подсветочка. Мои косточки засияли. Можно плечики немножко подчеркнуть. В этом каталоге множество помад идут со скидкой. И я заказала маме, как она просила, розовый оттенок. Она все, у меня недавно пришла, им все розовые оттенки. Дай мне это. Я говорю, мама, я тебе закажу вот это ее оттеночек. Так что я ей передам. А от компании мне пришла новинка следующего каталога. И давайте вместе ее протестируем. Это антивозрастная помада Giordani. Она прекрасная, мягкая, и для меня пахнет печенькой Орео. Я как-то вам снимала видео, покажу оттеночки в следующем уже каталоге, другие, чтобы оттенки были. Но сейчас попробую вам нанести. У меня был вот такой оттенок, один из любимых бежевых. И у нас новинка. Помада называется «Ванильный крем». Она теплого оттенка. Смотрим, благородный нюд имеет холодный подтон, такой розовый, то это теплая карамелька. Еще раз, ванильный крем. После этого мы берем палочку, делаем эффект зацелованных губ. Это очень модно. Мы стираем границу. И, конечно же, вы обратили внимание на мои украшения. Их я увидела эту коллекцию еще на Алене Терещенко в Турции. И знаете, вот мне кажется, что это как будто человечки. Дочка сказала, что это четырехрукие человечки, но мне понравилось такое игривое настроение. Мне с этими сережками очень круто смотрится, как ожерелье, вообще идеально подобрано. И в этом каталоге у нас запускается много новых украшений, и почему-то меня просто потянуло на сережки. Давайте вместе с вами еще посмотрим другие. Эти сережки-трансформеры, здесь каждая бусинка снимается, что-то передвигается. Также вы можете одеть просто вот такой вот гвоздик. Ну, тоже, кстати, прикольно смотрится. А следующие сережки вы можете миксовать, сделать их как с кисточкой на одной стороне, на другой без, так вместе. То есть тоже интересно, дизайнерски, и это реально тренд. И во многих крутых коллекциях вот такое вот направление. Поэтому я себе взяла. Под эти серьги у нас есть отдельно ожерелье, так же как это ожерелье, посмотрите, оно сочетается под все серьги. И я даже не знаю, но такой красивый синий. У меня, кстати, маникюрчик синенький. Цвет настроения синий. Коллекция интересная, безупречная. Есть, кстати, если вы любите серебро, тоже в серебряных оттенках. А почему я не заметила серебро? Ё-моё, тут такое колечко интересное. Посмотрите, какой крутяк. В общем, нужно еще посмотреть, что здесь интересного. Потому что аксессуары, они реально. Компания за несколько лет прогнозирует, какой будет тренд, какие будут аксессуары в моде. Заказывает, делает исследования и уже потом нам делает. А вот оно 4 в одном. Собираясь на конференцию, я всем сторис, когда упаковывала чемодан, рассказала об этом креме SPF 30, что очень удобно его, ну понятно, как носить на лицо, так и просто держать его с собой в сумочке, в пляжной сумочке, подправлять макияж, где-то плечико, потому что 30-ка это в принципе очень хорошо, да, и когда вы его накладываете, например, время прошло, немножко доложили, очень здорово, и что? И я его оставила на туалетном столике. Не нанесла тональный крем, и на следующий день я такие опаньки, опа. И я смотрю, у меня начинает опять проявляться пигментация. Вот один раз, без защиты, где-то слабая защита, и все, привет. У меня был другой крем, и, видимо, я не хотела портить макияж, потому что у меня был тональный, чуть подсмыло, но все-таки вот этот очень удобный формат, когда вот очень удобно, вы выкидаете, даже не можете не брать с собой солнцезащитный, где-то подправить плечики, где-то подправить руки, нанести. Очень клевый. Он сейчас идет со скидкой 279 рублей. Вот, и выполняет как бы мультифункциональный, и очень хорош для жирно-комбинированной кожи. В прошлых каталогах я вам рассказывала о том, сколько пачек купила себе матирующих салфеток, они у меня есть везде, в одной косметичке, там, без них я не могу обходиться.
Так же, как и летом, несмотря на столько, сколько у меня не было бы кремов, если вот жара идет, прям вот жарко, да, и не хочется перегружать кожу, хочется, знаете, такое, что вот я хочу, чтобы моя кожа отдохнула. Но здесь опять же таки, отдохнула от чего? От того, что вы не наносите кремов, то есть ее защищали, и комфортно было тут бабах и перед солнцем. Нет, ваша кожа просто не отдыхает, она просто с ума может сойти. А вот чтобы кожа отдохнула, чтобы она не была не перегружена, без всяких косметических средств, вот такого хочется холодка приятности, то это вот Optimals, это моя любимка. Я не знаю, сколько у меня их штук было. И ё-моё, я забыла заказать. Да, я планировала заказать в этом каталоге, потому что я чувствовала, он у меня заканчивается. Ну ладно, как-то протяну с другими кремами. Очень люблю. Не знаю, он у меня быстро уходит. Вот как-то так легко, быстро, потому что я ношу много. Он такой прозрачненький, легенький. Просто люблю бесконечно. 45%. Я знаю, у кого жирно-комбинированная кожа. Это тоже ваша любимка. Напишите в комментариях, если так. Так. Лето, жара, пляж. И еще одна моя ошибка, потому что я уже летела туда с перевесом, надо было 15 килограммов, я в последнюю минуту повыкидывала, я выкинула вот такую масочку, которую всегда-всегда беру, она, знаете, какая-то как вот объемненькая, нет бы, чтобы переложить. Нет, я думаю, ладно, от граммов избавлюсь, потому что обратно у меня, как всегда, шопинг, вкусняки. И эту маску ночную просто, вот это сос. Если вы едете в отпуск, ну, это, понимаете, грех ее не взять, потому что ночью, да, на следующий день после пляжа, она все равно, ваша кожа имеет свойство обезвоживания, а даже жирная кожа, она страдает от обезвоживания в первую очередь. И эта маска с гиалуронкой, там очень много компонентов, это просто как живительная влага, когда вы утром просыпаетесь, и вот у меня, например, супруг, он очень быстро обгорает, я помню, его только эта маска и спасает, утром просыпается, то есть вечером просто красный, утром и мы мажем также на плечи, да-да, не экономьте, также на плечи, грудь, где у вас вот краснота, да, утром просыпаетесь и все, и этого ничего нет, это просто космический продукт, она со скидкой, не жмитесь ни в коем случае, приобретайте, потому что кожа это дороже. Также, знаете, у меня такая тема была, обсуждение, когда я вижу, особенно летом, девушки, конечно же, это с наручными ресничками, конечно же, это маникюрчик, педикюрчик, конечно же, это, может быть, даже это покрашены волосы. А вот посмотрите, посчитайте, сколько это все стоит. А когда говорят, ой, это дорого, ребята, что дорого? Ну, попробуйте пропустить одну процедуру наращивания ногтей, ну, возьмите один лак, да, и попробуйте накрасить через день. Ребята, пропустили, но вот кожу вы не выкинете никогда. Кожа – это залог вашей красоты на долгие годы. А на чем-то можно сэкономить? А если вы действительно не хотите экономить, приходите к нам в команду в Oriflame, действительно растите, и тогда вы не будете не экономить ни на чем. И ваша кожа, ваша внешность с каждым годом будет выглядеть роскошнее, шикарнее. Тем более сейчас у нас, опять же таки вернусь к конференции, нам с уровня новичка до директора сделали премии 175 тысяч. Это просто кошмар. А моя премия, которая была за 10 групп, дважды бриллиантов директора, сейчас 1 миллион. Представляете, какие цифры? И иду сейчас на звание исполнительного директора. И если ты еще не в компании Oriflame и хочешь расти, приходи ко мне в команду, потому что мне нужны новые партнеры, новые директора, с которыми я буду делать новые звания. Так, обратно к теме. Еще у нас в этом каталоге запускается новиночка серии Royal Velvet. Это маска. Чем мне нравится эта маска? Это маска в саше. Вот если вот ту брать неудобно, такое тяжеловесное стекло, то это маленькое. Я попробую, ничего пока вам не могу сказать. Она питательная, также с гиалуронкой. Она идет в возраст 40+. Но ничего страшного, если мы там где-нибудь хорошо погуляли, то и 40+ нам сгодится масочка, наверное. Шампунь-кондиционер, который больше всего мне подходит, это вот такие фиолетовые объем. А все остальные я отодвинула на второй план. Да, конечно же, солнцезащитка. Вся серия у нас идет сейчас со скидкой. Я заказала себе вот такой вот спрей. Он уходит очень быстро, расходуется, но он великолепен наносить, особенно на спине. Ну, очень неудобно носить на спину, а тут так раз и все. Немножечко можно растушевать. И, конечно же, это крем после загара. Нам его также подарили в Турции. И я с собой еще один взяла, потому что вот
После загара нужно обязательно пользоваться кремом, который восстановит уровень увлажненности, сухости, и чтобы ваш загар впечатался, а чтобы вы не облезли, нужно обязательно закрепить. Это бомба. То же самое рекомендую. За 79 рублей потрясающая цена, потрясающий аромат, запускаются гели, и я взяла себе с апельсиновой водичкой. Но не помню, был ли у нас такой, но вот мне очень-очень понравился. Я вся в геле. Вот так вот он мне понравился. Я вообще ароманьячка. Ну и, конечно же, wellness, где у меня батончики, которые обязательно у дочери должны лежать в рюкзачке, чтобы как только она захотела перекусить, все, сразу достает батончик, плюс угощает своих подружек. И что я хотела сказать? И вот коктейль, да? Ну, не буду рассказывать, я о нем, прекрасно знаете. Муж у меня каждый день, каждое утро готовит завтрак и экспериментирует с разными коктейлями. И вот последний, который мне очень-очень понравился, там идет банан, клубничка, ну, понятно, это на молоке, и ломтик лимона. Вот этот цитрус прямо с кожуркой. Все это взбивается в блендере. Такой вкусный. Мне настолько понравился. Вот лимончик, он задает какое-то такое вот вкусное направление. Вот. А вы пробовали с лимончиком? Также по акции второй нож за 199 рублей. И третий тоже будет. Плюс потом еще подставочка. Из новинок следующего каталога нам подарили в Турции вот такие вот новиночки. Это гель Love It Up и туалетная водичка с ярким ароматом такой взрывной страсти. Вкусная. Не знаю. Пожалуйста, напишите, что она напоминает. Вот что-то... Love Potion, что-то часть такой, не знаю, вот что-то знакомое, страстный, яркий аромат, клубничка, ванилька, малинка, не знаю, мне понравился, тоже такой перчик тоже есть, я не знаю аннотации, но запускается новая серия, так же, как и будет серия Релакс, утреннее пробуждение, в общем, ждем, не знаю, в ближайших каталогах. В следующем каталоге у нас появляется новый лак, супер глянец, и высыхает за 60 секунд, обещает супер стойкость, и вот, честно говоря, иногда я такая, боже мой, как же хочется не вот ходить 3 недели, месяц, вот так, да, а действительно менять какие-то оттенки под одежду, и какая-то вот интрига, называется вот разбить стекло, вот такое вот экспресс-средство, которое обещает для срочной коррекции, то есть устраняет неровности, шероховатость ногтей, разглаживание смазанных участков и затирка сколов и потертостей. Я так понимаю, что вот что-то у вас там произошло, да, сколы, потертости вы просто добавляете. Не пробовала, и, конечно же, не буду вам обманывать, врать там, нанесла и все чудо-средство, поэтому, если вы попробуете, пожалуйста, напишите в комментариях, будем ждать ваших комментов. И подразню вас еще одна новиночка из следующего каталога. Вы знаете, у нас есть серия Color Box. Такая, знаете, бюджетненькая, средненькая, там есть оттеночки. И нам компания презентовала линейку, будет One Color. Я такая думаю, это что-то типа Color Box. Нам говорят, нет, это что-то значит, что-то другое, это какое-то крутое, это третье совершенно направление. Но пока не попробуешь, как правда, ты не можешь сделать все выводы. И, к моему удивлению, вот эта линейка, новая помада, то есть она будет с категории доступной, бюджетной, но... Посмотрите, какой оттенок. Это что-то сумасшедшее, и она... мягкая. И у меня ощущение, что вот, помните, когда-то давным-давно была помада нюдовая 5 в одном, такой еще фиолетовом квадратненьком футляре. Нежный запах практически не ощущается. И это совершенно другая формула, ни на что не похожая. Настолько мягкая. Вообще крутая. Оттенок сумасшедший. Он настолько красивый, вот такой вот с холодным подтоном, что это просто что-то сумасшествие какое-то. Я думаю, это будет взрывная линейка серии помад. И говорят, там новые оттенки, будут тени, что-то такое нереальное. Да, и это не тот Color Box и какие-то не та вот серия, которая у нас была. Очень жду ее. И даже не знаю, в каком каталоге, может быть, в 8-м, в 9-м, 10-м она будет.
В следующем каталоге у нас запускается обновленная линейка Love Nature. Но это не та линейка, не та серия, которая нас преследовала уже, наверное, лет 20, да, немножко обновляется. Первое средство, первая линейка, и это средство, которое нам подарили, скраб 2 в одном. И сейчас вот такая многофункциональность, как маска и скраб. Это уже доказано, что эффект гораздо круче. У нас в России около 70% представительность жирной комбинированной кожи, поэтому обратите внимание на эту новинку. Я ее уже попробовала, протестировала. Вы ее наносите на 15 где-то минут. Там маленькие такие вот чуть-чуть скрабики, да, и в то же время она выглядит как маска с глиной. Вот такой вот, да, многофункциональность. И потом, когда вы ее смываете, кожа настолько классная, нежная, и она светлее. Я даже пробовала сейчас на руки наносить, да, мне понравилось еще ощущение, как на руки. Хотела показать вам текстуры, тут же смыла, потому что это все равно не то, нужно попробовать ощутить. Ну, во-первых, здесь масло чайного дерева, всеми нами любимые, известны уже многие-многие годы. Это средство ранозаживляющее, это природный антисептик, он восстанавливает нашу кожу. Лайм обладает выраженным ранозаживляющим и восстанавливающим средством. Салициловая кислота нежно отшелушивает. Это AHA-кислота, которая мягкая, комфортная. Она растворяет ваш жир, убирает, вытягивает, сужает поры. И так же, как ранозаживляющие. То есть здесь три космических бомбовских компонента. И эта серия, самое главное, она доступная по цене. Другой совершенно аромат, запах, это что-то новое, что-то обновленное. Очень хочу приобрести всю эту серию, попробовать. Вот одного скраба мне хватило, доказало то, что серия будет улетная. Итак, ждем следующий каталог, будем смотреть, что же там будет, потому что это не одна, это несколько серий, улетных серий. Хочу протестировать многое, попробовать, потому что для меня кожа это все. Да, вы можете купить самую дорогущую помаду, но если кожа будет шелушиться, это уже не то. Тональный крем будет выглядеть не так. Надо ухаживать за своей кожей, лелеять, потому что кожа дается вам на года, чтобы вы потом, ну, неважно, сколько вам будет лет, вы всегда сияли, вы всегда выглядели шикарно. Ну, до встречи, до новых встреч, все, пока-пока!